Ну чего, пошла запись? Или нет? Думаю, пошла. Привет, друзья! С вами Жека. Тот самый властелин вселенной, темной вселенной. Нет, друзья, я вовсе не властелин темной вселенной. Я довольно-таки добрый блогер, правда, с вредными привычками. Видите, курю никак, друзья, не могу бросить, хотя вам обещал давно, да? Вот моя фирменная раскладушка, вы можете наблюдать. На ней я сейчас сижу и снимаю для вас данный видеоролик. Я вообще, друзья, хотел забить на канал. Хочу, вернее, планирую, да? У нас с вами уже довольно много видеороликов есть интересных. Какие-то мне пришлось удалить. Думаю, что меньше на один ролик от этого хуже канал не станет, друзья. Вы также останетесь со мной, будете меня поддерживать. И, конечно же, кто не подписан, еще подпишется. А кто подписан, нажмет вот такой вот, друзья, жирный лайк. Как эта сигарета, которая уже тлеет. Я не знаю, видно вам, нет. Мне прям глаза светит. Пепел падает прямо на штаны, друзья. Вредные привычки. Кстати, я никого не склоняю к употреблению там никотина, сигарет, вредных привычек. Поэтому, друзья, кто курит, дружно бросаем. Я тоже попытаюсь бросить в сотый раз. Даже не в десятый, а в сотый. Ну и кто пытается бросить, давайте вместе бросать со мной. Вот. А кто еще не начинал курить, друзья, не начинайте. Это очень пагубная, вредная привычка. Я все зубы растерял благодаря сигаретам. Теперь надо ставить импланты заново себе. У меня уже некоторые, кстати, стали у меня стоят, отторгаться уже со временем. Уже больше 10 лет прошло, как я их поставил. И надо теперь, как говорится, делать во рту. Как это правильно? Солнышко. Солнышко прям в глаза, друзья. Короче, как это машинам делают. Короче, меня поняли. Делать. Не говорить, друзья, еще раз делать. Вот. Апгрейд, вот, вспомнил, апгрейд. Вот, еще, кстати, компьютером его делают. А моя голова, видите, как компьютер, наверное, немного загруженная. Кстати, вот такую вот я шапку-ушанку себе приобрел. Потому что канал, у нас с вами канал, и называется Жека, так по-народному, да, Жека. И снимаю я в основном свои ролики. У меня много таких тем про Россию, про нашу большую и могучую, богатую ресурсами и необъятную территориями страну, друзья. Я болею за Россию, чтобы люди не говорили, чтобы в мире не творилось, друзья. Я родился в России, поэтому я и, думаю, умру здесь, и свои дни, вернее, докоротаю. И также я топлю за Россию, друзья. Кто также считает, кто мой земляк, россиянин, поднимем вверх палец, такой жирный лайк. Вот. И думаю, что все-таки мы победим фашизм. Кто бы что ни говорил, что нету этого, что все это выдумки. Я считаю, что он есть, везде есть, во всем мире. И понемногу, да, где-то, может быть, больше, где-то меньше. Вот, и я считаю, если вот так произошло, да, то, что вот началась спецоперация, и она продолжается уже 9 месяцев, сегодня у нас, какое, 28 ноября, друзья, да, 28, вчера 27 было, значит, наверное, друзья, так оно и должно быть. Так, камеру разверну, извиняюсь, я еще не проснулся. Решил для вас побыстрее поснимать видео, выложить, потому что, не знаю, я в дальнейшем буду еще что-то делать, что-то снимать для вас, потому что мне это надоело, ну, как очень много времени отнимает, и я вместо того, чтобы, например, выйти подхалтурить, где-то подработать, подколымить, да, так по-народному скажу,
Видите, какие у меня уши, друзья, большие. Специально, кстати, повторю, взял такую себе шапку-ушанку. У нас, пусть она будет талисманом, друзья, канала, потому что Жека, как обычно, русский, российский, скажем так, Жека должен выглядеть. Такая вот темняшка, да, такая вот шапка-ушанка, такой деревенский парень. Я в городе сейчас живу, вообще я родился в Москве. У меня еще и деревня, по моим роликам, знаете, есть дом. Но как бы, друзья, все равно я такой человек, я и там, и здесь, и тут. Не скажу, что я прям такой москвич, прям до мозга и костей. Я больше деревенский парень, многие удивляются и говорят: блин, слушай, чувак, ты не похож на москвича. Я знаю, потому что мама у меня не с Москвы, папа с Подмосковья, с Дальнего. Папа с Калуги у меня, мама с Воронежской области. Поэтому, наверное, я и такая вот помесь москвича таким хлопчиком деревенским. Жека я. Да. Поэтому, друзья, если кто-то отпишется, я не буду. Ну, когда у меня ролики перестанут ходить, если, конечно, это случится, я не буду на вас обижаться, видите, меня нос заложен насморк, пробил меня, поэтому прошу прощения за мой голос в кадре. Но так вот, наверное, не знаю, что-то я даже вот не в духе что-то такое нехорошее до вас доносить. Наверное, мне больше хочется побольше каких-то интересных, хороших роликов. Я человек настроения, творческий человек. У меня бывает упадок сил, прям такой упадок моральный даже, не в физическом плане, в моральном. Я ничего не хочу, даже бывает жить неохотно. Но думаю, это временно. Когда-нибудь у меня в жизни что-то наладится. Стрима я не веду, поэтому донаты тоже мне не падают. У меня есть ссылочки под видосиками, куда вы могли бы или можете свои мне пожертвования. Как-то стыдно мне говорить, я не нищий, не прошу вот так с протянутой рукой, наверное, свою помощь материальную, да, каналу, чтобы он продолжал существовать. Да, выговорил. Наконец-то хоть одно слово. В своем ролике я выговорил. Но донатов нет. Год назад был один или два, не помню уже, 100 рублей канал, 3 года, друзья, а я так и копейки на нем, ну, 100 рублей только заработал. Монетизация тоже у меня не подключена, я не набрал пока столько, там, 4000 часов просмотров, хотя у меня довольно-таки приличное количество просмотров, я не знаю, почему YouTube нет, времени не выдает, и плюс подписчиков у меня было 3000 уже, кто-то подписался, больше отписалось, чем подписалось. У меня где-то 2500 подписчиков. Это очень тоже, друзья, мало. Поэтому уже 3 года я, скажем так, работаю. YouTube это тоже, друзья, работа. Кто бы что ни говорил, что это баловство, что это трата времени, да, пустую, типа развлекуха. Люди хотят легких денег, друзья. Это намного сложнее, чем обычная работа. Почему, вы спросите? Чем она сложнее работы грузчика? Да, там, или менеджера, или, я не знаю, какого-нибудь там губернатора, там, или работника автосервиса. Да тем, что ты мало того, ты должен всегда быть на позитиве, чтобы тебе интересно было смотреть, какая-то подача должна у тебя интересная быть, да, твои видео, чтобы люди на второй минуте не переключались там на какой-то другой канал, на какой-то другой видосик другого блогера, друзья. Смотрите, поэтому только Жеку смотрите, больше никого. Вот. Ни на кого не переходите. Смотрите видео до конца, нажмите такой вот жирный лайк и подпишитесь. Шутка, это уже ваше дело. Что вам делать? Я просто всего лишь хочу сказать, что все это надо отснять, совпадать сначала, потом отснять, потом сделать монтаж. Бывает, монтаж занимает там пару часов, а бывает неделю, а бывает даже можно месяц, друзья, ролик монтировать. Что-то в нем добавлять, урезать, что-то менять. Это очень интересная
Это очень вообще, друзья, интересно. Это как, наверное, ты конструктор собираешь, так же каждый ролик он в чем-то особенный, да. Вот. Поэтому это очень много времени отнимает. И если бы еще как-то это оплачивалось, но это даже у меня никак ничего с этого не имею. Даже монет не падает, даже монетизации нет. Поэтому я уже задумываюсь, чтобы... Конечно, я не буду канал удалять с видосиками. Вот. Я просто, может, перестану снимать. Но пока, конечно, этого не произошло, поэтому можете меня смотреть, следить за моей жизнью. Вот. Которая, видите, какая... Как родственники говорят, там, как полубомж живешь. Ну, может быть... Пока живу так, но, дорогие друзья, не в деньгах счастья, не в комфорте счастья, а счастье оно должно быть в голове и вот здесь внутри, в грудине, под сердцем, знаете, как Кинг-Конг сделает. Вот. Да? Кинг-Конг. Нет, вовсе не Кинг-Конг, был бы Кинг-Конг, наверное, бы. В моей жизни все по-другому бы складывалось. Так. Я еще обещал вам энергетики свои любимые поснимать. Я сделаю ролики, где будет... вот у меня пока одна баночка, я взял себе, чтобы проснуться. Такого вот торнадо, бабл, признаете, жвачка, я так понял. Тут даже вот такая вот надпись бабл, как бабл гам, похоже, да, на жвачке пишут. И такой дизайн, оформление банки такое, да, красочное, яркое. Вот. Я сейчас расскажу вам, похож он на Bubble Gum или нет, на Bubble. И вообще, почему, за что я его люблю, друзья. Опять же, я вам советую пить эту дрянь, никого не склоняю к употреблению там сигарет, никаким, да, там табака, энергетиков, вот этих алкогольных, там всяких напитков. Просто то, что мне нравится, да, я об этом рассказываю. Может быть, кто-то из вас, у нас совпадает с вами вкусы. А если они совпадают, я думаю, вы по-любому вот такой вот королевский лайк нажмете, сделаете, да, мне авансик. Вот. Давайте попробуем, откроем его. Да. Сейчас мне неудобно, у меня в одной руке селфи-палка, а в другой... Друзья, вам нравится моя шапка? Прикольно, мне тоже она прет. Нет, наверное, я от нее тащусь, сделаем ее талисманом канала, будут какие-то ролики, друзья, в ней. Так вот, что-то, вот, я в кадре. Вы слышите этот звук? Когда я слышу этот звук, у меня прям все внутри замирает от ожидания. Я открыл банку, услышали, да? Друзья, ну, по вкусу что-то похоже на детский орбит, наверное, если кто-то пробовал такую жевательную резинку, жвачку, наверное, что-то есть, но больше аскорбинка такая кисленькая, вообще люблю все кисленькое. Такой бодрящий вкус. Без холодка, здесь нет холодка, ментола, да, как вот сейчас стали энергетики штамповать. Драйв тоже есть. Торнадо тоже, по-моему, есть. И этот, как его, драйв, торнадо. Какие у нас еще есть энергетики? Друзья, еще горилла тоже есть со вкусом. Ментола такая синяя баночка. Ну, с холодком. Я почему-то так и говорю, вкус ментола. В животе урчит. О, скажем, задолбал ты меня этой отравой. Короче, друзья, мне нравится. Из всех торнадо, это мой самый любимый, друзья. Кокосовый, не знаю, он очень... Ну, там есть кокосовый манго, но очень он сладкий и какой-то невыразительный. Да? А мы с вами любим все, чтобы яркое было, да, такое, чтобы во рту был взрыв, да, бомба, вкус, чтобы по всем рецептам рассказать. Да, взрыв вкуса, друзья, я вам и говорю, он прям...
друзья не скажут, что это там какой-то адреналин раш распиаренный, да, не знаю, какой-нибудь там Берн, там Red Bull, который окрыляет. У меня, видите, пока за спиной крыльев нет. Я совсем не ангел, наверное. Это просто обычные друзья. Ну, больше она похожа на обычную газировку, которая немножко совсем дает, напоминает жевательную резинку. Кстати, сейчас очень много компаний, даже тот же Drive стал делать. У него тоже с вами попробуем. Новая серия, тоже типа бабла, типа жвачка, короче. Новый вкус, короче, тоже очень прикольный, но мне он не особо понравился. Я не буду вам сразу все, чем он и не понравился, карты открывать. В другом ролике, который, надеюсь, дождетесь, я его прям при вас открою, попробую, заценю и скажу, чем он мне не понравился, а чем понравился. Ну, больше, наверное, не понравился, чем понравился. Вот. Поэтому, что еще вам сказать интересно? Ну вот сижу, балдею, сегодня что-то он как-то меня не особо лезет. Наверное, потому что я держу в руках вот камеру и немного стесняюсь. Вообще, я уже давно съемками занимаюсь, наверное, лет с 15, а может раньше даже. Я, вы знаете, всегда и рэпчик читал, и у меня много песен своих, личных, собственных, да, моего сочинения, и даже видеоклипы есть. Блогерами 3 года канала, вот столько я блогер, но все равно какое-то чувство, не знаю, скованности есть, когда ты долго не снимаешь, а с осени, с начала осени, ничего для вас, друзья, с августа даже, наверное, с конца лета ничего не снимал, вот сейчас решил, друзья, вообще сначала хотел взять все виды, там 4 или 3 вот этих вот, так, манго, какой еще, вот этот бабл, потом классический яблочный, это я имею в виду 0,5, а еще есть и литровые бутылки, там совершенно другие вкусы, торнадо. Довольно-таки есть чего выбрать, чего мне тоже нравится. Кусковый есть, но это уже литровый, по-моему, маленький я тоже видел. Но маленькие они, их мало вообще видов, больше видов вот литровые, которые там побольше будет вкусов. Короче, друзья, пить можно, советую. Так вот, даже баночка, видите ли, купи меня, это не реклама, просто мне нравится то, что мне нравится, о том я и снимаю, вам и рассказываю, с вами делюсь. Если мне, конечно, компания Торнадо за рекламу немножко денег подкинет, я буду очень признателен, ну, за пропиаренный напиток, хотя, наверное, я не какой-нибудь там Моргенштерн известный, да, и поэтому мне скажут: мальчик, иди гуляй, какие тебе деньги, за какую рекламу делать, может, там 5 человек посмотрело. Но все равно, друзья, советую, очень классная штука. Бодрит проснуться, или я в ночь работал, там взять пару баночек в ночь на работу, чтобы не клевать носом тапки свои, да, чтобы не спать, быть бодреньким. Вот. Все вот эти дорогие, опять же повторюсь, Берны, хотел сказать, там, 59 рублей, кстати, банка стоит, российских. Берны, Торнадо, Red Bull, и там еще какие-то Монтью какие-то там. Вот. Я не скажу, что они прям намного вкуснее, хоть они и дороже, как там тот же Торнадо, извиняюсь, она типу мне на язык. Короче, друзья, ничуть не хуже, чем дорогие распиаренные энергетики. Кисленький, приятный, отдает жевательной резинкой. У меня, поскольку зубов нету, и мне жевать ее, ну, нечем, можно сказать. Я вот беру такую баночку, вот, кто-то Орбит без сахара жует, да, я пью Торнадо, бабл. Очень классный вкус, друзья. Прям во рту, ну, помните, шипучка такая была в детстве? Она как сахар, крупный такой, да, сахарный песок, вернее.
в рот насыпаешь, и она щелкать начинает, стрелять. Карамелька такая, пакетик. Вот очень похоже, кстати, на эту карамельку. Она также во рту, ну, газированная же, да, шипит, но взрывается. И такие букет вкуса, друзья. Прям взрыв вкуса во рту. Ладно, я вам свою шапку показал, вот эту, да, с ушами, в которой теперь я буду, наверное, больше обзоры какие-то снимать, чем влоги там на улице, например. А может, и на улице для вас тоже поснимаю в этой шапке. Вот, потому что она довольно-таки теплая, классная. Кстати, спасибо продавцу, я ее на Валбере взял. Вот. Мне первый раз, кстати, друзья, на каких-то пятнах приехала, жирных. Пардон. Будь здоров, надо сказать. Скажите мне, будь здоров. Видите, какой они культурный, ну прям Жека, да? Блогер Жека. Вот. Ну, думаю, что... Ой. Поэтому, друзья, с вас подписочка на канал. Такой жирный лайк. Можно два. Ну и, конечно, какой-нибудь интересный, друзья, комментарий. Подавился, видите, такой вот. Я так вот хочу пить вот этот вкусный напиток, что просто подавился. Так что, друзья, с вас вот такой вот жирный лайк. Такой вот, видите, да, все, такой жирный. А можно два. Ну и, конечно, какой-нибудь комментарий. Тоже не откажусь, я не скромный. Давайте, пишите. Любой, плохой, хороший, мне все интересно почитать. Ну и, конечно, кто не подписан еще на наш с вами канал, на наш с вами, подписывайтесь, заходите в гости, я буду очень рад. Давайте, друзья, за ваше здоровье.